Я не знаю, что у вас, но у меня, я сказал, что Weibon Production — это максимум, что может 221. Быть на то время. Какой 221 еще, блядь? Я хотел 221. Чего, блядь? Чего, что? Блядь? Что? А чего, блядь? Это что-то не то, по-моему. Ну, чего, не, блядь? Ну это вообще подходит, но это пиздец. Ну ты понимаешь, что в смотре таких не было, блядь, даже? Чё ты взял? Ну потому что LFA вообще у нас не было никогда. Толком. Угу. Ну-ну. Чего? А у меня, блядь, был нахуй. Это он сейчас оспорит как-то нормально, блядь, этот факт. А ему похуй. Ну, я так понял, только... Ну, я мажорик, блядь, и что дальше? Ну, или нет? Ну, по-моему, вообще... По годам оно, по стилю... Ну, пиздец. Ну, Сань, ну мы с тобой вдвоем только... Да, нет, я реально Макс красавчик. А почему Кирилл взял рез, если рез 14 года? Да, это уже отдельная история. И у меня диски того времени, ты посмотрите теперь сюда и просто поймите, что это заезжает на смотру, блядь. У тебя уже такое... У тебя такое уебище. Да это не уебок, это пиздец стиль, вы чё? Вы чё? Алё, подожди! Смотра! 2008, 2010, 2012 год, вот эта хуета заезжает просто. Сабвуфером, ну, в багажнике. Ну, наверное, в то время вот такое было круто. Если это еще и оригинальная R-ка, синяя, это же просто окей, пиздец. Окей, ладно, ладно, все, ладно, я согласен. Макс, ну у тебя как бы... Ты с фахами, блядь, я дружу, походу. Ты чё, блядь, слышишь ты? Блядь, дороги колхозят как-то, блядь. Чего? Я пока к мужикам пошел с... Подожди! С мурсилагами и так далее общаться, блядь, не с вами. Посмотри, вот, ребят, вот напишите сейчас, пожалуйста, вот, глядя на экран, вот, ну, это разве не запах того времени? Вот, ну, неужели сразу как бы, ну, это же просто, это вообще чудо, блядь, какое-то. Макс. Что? Сомнительно. Знаешь, почему тебя машина тоже не подходит особо? Блядь, вот сейчас нихуя не понял. Сейчас объясню. Потому что не уебище? Ну, нет, тогда... Нет, ну они были, как бы, но их было мало. Но твоя машина выглядит так, как будто она из нашего времени. Как будто ее подкрасили, собрали на каких-то дисках и, блядь, продают по верху рынка. Ну, не знаю, ощущение такое. Вот если бы она была в оригинале, типа черная, ну, такого цвета, во-первых, не было у РСки, а если клеили пленку, то точно не такую. В смысле, красная же была. Ну, по-моему, ну, вишневый, ну, по-моему, там тупой красный. Там, ну, просто яркая. Там тупой красный, у тебя такой, конфетка такая. Ладно, я понял. Да, мужики. Ярик, ну LFA на смотре не было никогда. LFA — это машина, которая... Ну, это да, даже, у него даже, было, сказал. Carrera GT даже можно было встретить, Ford GT можно было встретить, я не знаю, там этот, Veyron можно было, но LFA я не припомню. Так, блядь, Veyron намного пизже, чем LFA. Да, но LFA просто... Какая разница, это... когда их не было? Ну, блядь, чего привез? Разница, если их не было. Блядь. Ну, блин, ну я не знаю, ну...